Среди множества легких низкокалорийных диетических блюд из индейки, ярко выделяется вкусная запеканка с овощами и филе индейки. Она подойдет многим, как детям, так и взрослым. Для приготовления диетической запеканки из индейки используйте также овощи, такие как картофель и брокколи. Выложите все на противень и запекайте. А теперь расскажу и покажу, как приготовить диетическую запеканку из индейки. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Небольшими кусочками нарежьте предварительно очищенное и промытое мясо. Промытый очищенный картофель нарежьте небольшими кусочками. В форму для запекания выложите индейку, затем картофель, а поверх брокколи. Добавьте соль и перец по вкусу. Приготовьте соус, сливочное масло растопите на сковороде, всыпьте муку и слегка обжарьте. Помешивая, должны образоваться своеобразные комочки. Вкуснее тем, кто подпишется. Влейте молоко, варите все до загустения, не переставая постоянно помешивать, добавьте соль и перец. Залейте соусом индейку с овощами. Духовку разогрейте до 180-190 градусов, выпекайте блюдо в течение 60 минут до образования аппетитной румяной корочки. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. А теперь ингредиенты. Филе индейки 600 грамм, картофель сырой 1 килограмм, брокколи 400 грамм, молоко 1 литр, для соуса масло сливочное 100 грамм, мука пшеничная 100 грамм, соль, перец по вкусу, количество порций 7. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Заходите на канал снова, котятки.